Лунгун, или Дворец Дракона, представляет собой серию пещер и водопадов, тянущихся на 15 километров сквозь 20 гор и 5-километровую подземную реку, самую протяженную подземную реку Китая. Но только 1 километр этих красот открыт для туристов. Чтобы дойти до главной достопримечательности, пещеры с подземной рекой, и прокатиться по ней на лодке, нужно миновать огромный природный парк с лесом, мостиками и водопадом, старательно жмурясь и отворачиваясь от гения современной техники, кошмарного лифта-подъемника, дико уродующего природный пейзаж. Из соображений гуманизма я его не снимала. Мы попали в пещеры вне сезон, что способствовало минимализации китайского туристического потока. В отсутствие массового туриста здесь можно реально ощутить то, ради чего сюда и едут. Мистику места, тишину, одиночество и ощущение того, что то ли ты снимаешься в сиквеле «Садко 2», причем именно участвуешь, а не смотришь, то ли наоборот смотришь, но прекрасные неземные опиумные сновидения, то ли все это так и есть на самом деле, и тебе жутко повезло. Пещеры Лангун – одно из самых мистических переживаний за обе китайские поездки. Карстовые пещеры Дворец Дракона, которых насчитывается в общей сложности около 90, представляют собой запутанный лабиринт проходов, коридоров и пещер со сталактитами и сталагмитами. Они протянулись на 15 километров, став тем самым самой протяженной пещерной системой в Китае. Считается, что пещеры Лунгун напоминают хрустальный дворец легендарного царя драконов, откуда и происходит название. Самая большая пещера имеет 50 метров в длину и 80 в высоту, что соразмерно 26-этажному дому.
Поскольку в тот день, когда мы посещали пещеры, было очень мало туристов, то мы прокатились дважды в одну сторону и дважды в обратную. И если бы пещеры не закрывались ночью, то остались бы там еще на пару часов. Выплывали мы с последней лодкой, собирая по пути других лодочников.